И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня, друзья, мы снова на сервере CubeCraft, и сегодня я поиграю один в Egg World, друзья, потому что мы поиграли с Ялом, было довольно-таки интересно, но сегодня я буду один. Никого больше нет. Но я попробую все-таки сделать что-то сам. Попробую выиграть, хотя это очень маловероятно. И буду стараться реально что-то делать интересное. Я уже записал одно видео, где я играл соло. Но оно удалилось. То есть я его сам случайно удалил. Поэтому попытка номер два. Хотя у меня получилось довольно-таки интересно. Но что, друзья, попробуем поиграть сначала в соло. Если что, потом еще поиграем с командой. Но что ж, давайте в принципе сразу же начинать. Если вы хороший человек, если вы хотите поддержать мой канал, можете поставить лайк. Ну что ж, давайте начинать. Где, что, когда и зачем? Почему так мало на... Вот сюда давайте сразу же зайдем. Тут уже 11 человек. Кит у нас нельзя никакой выбрать. 12 секунд, в принципе, окей. Что ж, мы видим розовый. Мышка все еще ужасно работает. Вот, о боже, как же это плохо. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, мы разыграемся. И наше яйцо, вот оно. Где у нас... Так, это у нас золото, да? Золото, золото, золото. А где у нас железо? Железо вот там. Отлично. Сразу же. Что же мы делаем? Берем железо, и сразу же нужно закупить что-то, что будет откидывать других игроков. Я думаю, я... Все... Смотрите, он уже бежит. Он уже идет сюда. Отлично, отлично. Давай. Попробуй. Ах ты. Так. Ну-ка, пошел вон отсюда. Надеюсь, на меня с той стороны не строится. Пошел отсюда. Так, отлично. Мы его убили. А теперь мне бы вернуться к нему на вазу. Ах, у меня блоков нет. Хорошо. Сейчас мы сделаем блоки. Вообще без проблем. Так. Да, сразу же много возьмем. Погнали, друзья, погнали. А теперь моя очередь, чувак. О! Уйди отсюда. Так. И ломаем яйцо. Отлично. Он успел зареспауниться, поэтому давайте. Нифига себе, он меня скинул. Черт, он бежит к моему яйцу. А нет, он не бежит к моему яйцу. Вот дурак. Ладно, хорошо. Одно яйцо мы сломали. Давайте быстренько соберем железо. Ага. Я так понимаю, это overpowered режим, где тут сразу же кулаком можно отлично откинуть. Ага, он все-таки бежит. Пошел отсюда. Черт. Ну, не знаю, получится у меня его убить. Вот. Да умри ты. Что происходит? Я не понимаю, почему его забил кулаками, я не знаю, ну ладно. Ну, яйцо уничтожено, но это совсем не страшно, потому что, в принципе, тут у нас каждый сам за себя. И главное просто сейчас фармить и выжить, друзья. То, что самое интересное, у нас есть две базы. То есть его база, это тоже наша база, потому что он умер. И я могу спокойно туда ходить. И поэтому что же мы будем делать? Во-первых, давайте мы обратно... я сразу же хочу накопить золотой, чтобы его улучшить. Сколько нужно? 10. У меня 9. Давай, еще один. Пожалуйста, спасибо. Улучшаем. Здорово. Теперь то, что мне нужно. Мне нужно сразу же блоки. Блоки берем. Много блоков. Пусть будет много блоков, потому что она все-таки одна жизнь. Некуда уж экономить. И берем железо. Будем копить железо. Нам нужно full set брони. Хорошей брони. Еще берем железо здесь. И все у нас будет очень здорово. Так, смотрим, значит. Хочу хотя бы этот меч сразу же. Мне нужно золото. Или, знаете, что я хочу сделать? Давайте мы у него тоже сразу же улучшим генератор, чтобы мы спокойно могли ходить туда-сюда и просто фармить золото, друзья. Ух, сколько мечей тут, смотрите. Ладно, хорошо. Так, улучшаем сразу же этот генератор, что пусть он тоже будет на втором уровне. И теперь мы просто будем золото есть ложкой, друзья. Прямо ложкой, там прямо хавать золото. Отлично. Тем временем, пока все умирают, а мы пока просто фармим, друзья. То есть... Самое начало, оно всегда такое жесткое, потому что сразу же кто-то пытается на тебя напасть. А потом уже все будет поспокойнее. Ну, вы сейчас все поймете, потому что у меня есть план, друзья, план. Кстати, я, повторюсь, я нуб. Я ужасный нуб вообще во всяких мини-играх и в PvP. Поэтому я просто хочу улучшить свои навыки, друзья, чтобы я играл получше. Поэтому
да, буду делать это вместе с вами. Надеюсь, вам понравится то, что я делаю. Надеюсь, вы поставите лайк под этим видео. Надеюсь, я не так быстро умру. Я хочу все-таки продержаться хоть какое-то время. Я знаю, что я не выиграю 100%. Это... Ну, это будет слишком круто, если я выиграю, вы понимаете, да? Поэтому, ну да, вы поняли. Так, хорошо, здесь у нас тоже уже золото есть, отлично. Фармим золотишко. И давайте все-таки оденемся немного. Egg Wars Shop, отлично. Что у нас есть за золото? За золото, ага. Давайте сразу же надеваем нагрудник. Шлем, отлично. Это покажем сюда, так, есть. Копим. Нам нужно еще золото. Пока я никуда не хочу. Вы можете, то есть, всех там пока уничтожают. А мы тем временем спокойненько фармим. Пока все там они умирают по 100 раз и так далее. А мы спокойно набираем себе ресурсы, друзья, чтобы потом всем показать, кто же здесь босс. Где же у нас вопрос? Здесь алмазные, как их назвать? Алмазные генераторы, они наверняка на центре, но ищи должны быть где-то изумрудные. Угу. Ну хотя карта не совсем большая, поэтому, ну, посмотрим, мы еще их найдем обязательно. Ну, железо у меня уже дофига, я так вижу. Так, мне нужен полный сет брони, полный сет. Отлично, бежим сюда, закупаем, еще нам нужны штаны. Здорово, и ботинки, отлично. Кейн, фулл сет готов, теперь мы копим на отличный меч, отличную кирку, на всякий случай, если мы там, нам попадется кто-нибудь, у кого есть еще яйцо, чтобы его быстренько сломать. И все у нас будет очень здорово, друзья. Пока... Ух ты, да не может быть. А, ну он, да, он сломан 100%. Да? Я все правильно понял. То есть не то, что тут у нас был... Да, он сломан, конечно же. Нужно его чинить. Но для того, чтобы починить, нам нужны алмазы. А чтобы взять алмазы, нужно идти туда. У чувака золотая броня уже. Вот это жесткий пацан. Вот это жесткий. Так, ладно. Пора готовиться, друзья. Так. Мне нужен... хороший меч, друзья, хотя бы вот этот, отлично. Главное, чтобы он ко мне сейчас не пошел, чтобы вот вдруг не захотел меня убить. Но тем временем вы можете видеть, людей все меньше и меньше, поэтому я сейчас уже начну двигаться, друзья. Я буду двигаться в сторону центра и посмотрим, что мы сможем там найти. Моя цель — добыть алмазы, вернуться к себе на базу и активировать мой алмазник. Алмазник буду называть его, алмазный генератор, и все у нас будет очень здорово. Пока, в принципе, что я могу еще за золото такое интересное купить? Мне бы какой-нибудь там... Тут все очень дорого. Так, что он делает? Ничего, хорошо. Так. Это нам не нужно. Еда, может, в еде что-то есть? Пожалуй, возьму парочку. Вот сюда их поставим. И чтобы еще... Возьму сразу эту. Пусть будет. Тут все остальное за алмазом. Понятно. Забираем. Золото мое. Так, отлично, смотрите, осталось-то всего лишь два яйца. Фиолетовый и темно-зеленый. Поэтому все нормально, друзья. Сейчас мы выиграем, надеюсь. Не знаю, пока я просто фармлю, я знаю, что, возможно, немного скучновато, но... Но сейчас будет самое интересное. Это когда будет PvP, друзья. PvP — это здорово, PvP — это круто. Так, ладно, что мы имеем? Вроде бы у нас все есть, чтобы мне отправиться в путь. А чтобы мне отправиться в путь, мне нужно... Я хочу пойти по паутине, друзья. Так. Что у нас здесь с видом? Что мы отсюда можем видеть? Там у нас происходит жесткая битва. Мы не будем лезть в жесткую битву. Куда бы мне... Ага, там у нас чувак строится. А это база-то моя, чувак. А вот я не хочу. Она, я ее завоевал. Ну, посмотрим, кто кого. Я хочу его убить. Ах ты! Да, ну-ка, получай. На тебя. Что он делает? Почему он на меня не смотрел? Странно, это было очень странно, но хорошо. Давайте мы пойдем вот так по кругу тогда. Может, у него есть алмазный... Хотя, не, нафиг, нифига у него нету. Так, ладно, сейчас мы пойдем туда. Пока я хочу забрать все свое золото. Золотишко, иди сюда. И почему он наломал мне путь? Почему он меня не атаковал? Что вообще происходило? Сейчас, возможно, это был какой-то баг, лаг, еще что-то. Не знаю. Ребят, а тем временем я остался один на один с каким-то пацаном. Вы это заметили? У него все еще есть яйцо. А где же его, интересно, база? Вот это она. А, вон он где. Хорошо. Слушайте, у него вообще брони нет нормальной.
Главное, чтобы у него лука не было. Так, ладно, знаете, что мы сделаем? Так, главное, чтобы он не накопил. Сейчас. А, нет, Кейн, что ж ты делаешь? Давай. Быстрее. Ай, как туплю. А, еще и паутина не ломается. Ну, что это такое? Так, он строится к нам, хорошо. Пусть он это делает. Почему я... О, паркурщик 37-го левела, блин, называется. Так, хорошо, теперь то, что мы делаем. Мы строимся вот сюда. Так. Ну. Ну и что ты мне сделаешь? Чувак. Это напряженно, друзья, это напряженно. Делаем. Ха. Так. На тебя, получай. Есть, он в паутину. Давай. Умирай. Я должен его убить. Есть, так, все. Быстро. За его яйцом. Так. Ух, чуть не прыгнул. На тебя, на. Получай. Есть, где его яйцо? Вот оно. Ах ты. На тебе. Отстань от меня. Так. Ох, как он мне мешает, а? Ну-ка, пошел вон отсюда. Так, съедаем быстренько мое. А что ты мне сделаешь-то, а? Что ты мне сделаешь? Знаете, что я сделаю сейчас? Так, и теперь смотрите. Так. На, получай. На. Есть. Фух. Да. Вау. Я даже не знаю, что сказать, друзья. Я полон эмоций. Я выиграл соло Egg Wars. Это было странно, но моя тактика сработала. То есть, я надеюсь, вы все поняли мою тактику. Я тупо вначале фармил, пока они все там бились друг с другом, и потом уже добил последних. Когда у меня уже было... Ну, это такая, знаете, немножко крысиная тактика, чтобы, ну, как нуб. Но с чего-то надо начинать, друзья. Я хотя бы надеюсь, вы за меня рады, то, что я выиграл. Я думаю... Слушайте, на этом все. Если вы хотите еще версии, ну, не версии, а выпусков про Egg Wars, сам, один я, или даже с Ялом, или еще с ребятами, поэтому обязательно ставьте лайки, обязательно будут, потому что я теперь себя чувствую как настоящий жираф. А, поэтому, да, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч.